Ребята, всем привет! Вы на канале White Demon Studio, с вами Алекс. И сегодня я порадую вас интервью с группой The Star Killers. Ребята, привет! Вы только что после концерта. Как у вас прошло? Как ощущения, как эмоции? Все отлично, все прям заебись, прям синокос. Все классно. Вы с Хабаровска, да, насколько все я верно. Знаю? Как прошел перелет? Привычно уже. Да, мы уже много раз были здесь, что в Питере, что в Москве, поэтому для нас мы всегда приезжаем за два дня, и где-то вот на второй день как раз это акклиматизация, живой, все уходит, и все ништяк. Лететь долго? 8,5 часов. Мы же привыкли. Я там совсем недалеко родом с Петропавловска и Камчатского, поэтому в каком-то смысле... Земляк. Да, классно. А как вы вообще сегодня расцениваете? Много людей ожидали, больше, меньше? Слушай, сколько народу ожидали, столько народу и пришло. Сразу скажу, было все просто охуенно. По нашим, понятно, по дальневосточным меркам народу меньше, чем мы собираем у себя на родине. Но при этом все просто отлично и очень-очень круто. А вообще, вот в Хабаровске, где вы? Вот самая крупная площадка. Самая крупная площадка у нас закрылась, блядь. А, закрылась просто из-за ковида, да? Нет, из-за того, что там директор был долбоеб, но это не важно. А сейчас стандартная площадка, на которой мы работаем, это замечательный бар, который называется Crossroad. У него прекрасная вместительность, там в среднем получается по порядка 400 человек, и мы там стандартно работаем последние пару лет. После Петербурга вы сейчас планируете еще в Москву? Абсолютно, да, верно. А какой там клуб? Клуб «Город». Ага, окей, классно. А, ребята, как вообще давно играете уже? С 2015 года Star Killers существует. А ты, Денис, как я понимаю, являешься с братцом, основателем. А, вы вдвоем? Конечно. С Кимом? Да. А, классно. Как идея вообще пришла? Возможно, какая-то любимая группа или что-то такое? Мы собрались побухать. Серьезно, мы собрались побухать, слово за слово, еще с нами был наш барабанщик, и мы сказали, а может что-нибудь по хуйне позанимаемся, ну, поиграем. Из пьянки большой, из шутки вырос команда, слово за слово, еще другое, третье, и вот уже мы последние 6 лет путешествуем по России, играем и развиваем халабу. Помните ваше первое выступление? Конечно. А где, как, при каких условиях? И мы говорим про Санкт-Петербург или про Хабаровск? Нет, вообще, в целом, вот ваше самое первое выступление. Первое выступление – город Хабаровск, ночной клуб «Великана», 2 или 3 января. Чтобы ты понимал, что такое 2 января. Ты представляешь, как у всех в каком состоянии? Да, можно назвать это похмел пати. Мы вышли, играли кавера на ACDC. Я больше помню первую репетицию, потому что когда я пришел, мне Денис говорит, у нас репетиция во вторник. Я говорю, отлично, во сколько? Он говорит, 5 часов, я говорю, окей. Я прихожу, он говорит, у нас вообще репетиция 6, но мы сейчас пойдем в магаз, а потом пойдем на репточку. Я говорю, а зачем? Говорит, ну бухла взять. В итоге мы взяли очень много бухла и просто полтора часа пили, и за полчаса написали 2 песни. Просто пьяные играли. Такая муза, да, посетила? Я скажу честно, стоит все-таки разделять старое наше творчество, современное, потому что если брать старый, да, Star Killer, старый рок-н-ролл, это было конкретно алко, трэш. Оно было больше фанк-тематику? Слушай, это было... Нет, это была смесь блэк-металла, трэша и хардкора. Даже так? Да, мы были больше в скандинавские дела погружены тогда. Дико врубались во все трэш-метал дела, во все блэк-метал дела. Ребят, а как пишете музыку? Что вас побуждает? Вообще, о чем ваша музыка? О чем ваши текста? О страстях, о человеческих, о сильных эмоциях. Но понял, что это эмоции близко к 2007-му. Если серьезно, да, о человеческих страстях. О сильных эмоциях, которые есть в каждом человеке. Позитивные и негативные. Неважно, будь то ненависть, любовь, желание заняться сексом, желание кого-то убить, желание кому-то помочь, желание что-то совершить невероятное. Это все на наших песнях. Классно, ребята, с какой-нибудь группой, возможно, хотели выступить на одной сцене? Есть тысячи групп, с которыми мы бы хотели вместе выступить. Любимая какая-нибудь?
Одна, две. Да слушай, я тебе буду говорить Рамштайн, там, блядь, Металлика и все остальное. Но в то же время, без ложной скромности, я скажу, у нас есть опыт выступления с нашими любимыми командами. У нас есть любимые группы и российские, и зарубежные. То есть мы выступали вместе, и там, например, мы обожаем Аматри, мы очень любим Стигмат, мы играли. К российским нормально относитесь? Ну, в смысле, вообще бутно относимся. В то же время у нас есть опыт с любимыми нашими группами, зарубежными. Мы играли на одной сцене вместе с Криат, с Napalm Death, с Limp Bizkit. Вот это Шнайдер. Suicide Silence. Получается, у нас есть большой... Это уже хороший потенциал за задаток. Я тебе сейчас скажу, если рассматривать именно дальневосточную сцену, проще сказать, с кем мы там не играли. Вопрос о том, хорошо ли относимся мы к русскоязычной сцене или к нет, прекрасно относимся. Для меня, как бы это, может, для кого-то глупо не звучало, для меня там Король и Шут, Ленинград, Брейквор, Аматри или Стигмата для меня не менее любимы, чем Металлика, Пантера, Слеер там или Мисвис. Это нормально, потому что многие... Мы лишены, сразу скажу... Часть людей все равно говорит, я понял тебя, мы лишены этой хуйни. Слушай, мы лишены этой хуйни, и даже более того, я тебе скажу, как бы глупо это ни звучало, если меня спросят, Денис, в чем суть творчества Старкиллеров, я скажу очень просто. Нам бы очень хотелось в энергетику зарубежного металла принести легкость Лякоса Трубецкого и Короля и Шута. На самом деле, просто для нас всегда было дико. Вот мы люди, которые, знаешь, любим Аматори, Стигмату там и так далее. И мы любим Король и Шут, мы любим Агату Кристи, ДДТ. Да. Это хорошее сочетание в целом. В том-то и дело, то, что те, кто любят Аматори, Стигмату, Слипнот, там, Машин Хэд и так далее, они не любят все остальное, они не любят Король и Шут. А для меня это всегда дикость была. Как относишься к животным? Любите? Ой, у меня кошечка, честно. Кушать их тоже любите, да? Нет, в смысле, если ты спрашиваешь, вегетарианцы мы или нет, мы не вегетарианцы. У меня, слушай, ты будешь смеяться, у меня было после вегетарианства, я очень хорошо... У меня тоже, целый год я держался. Был это 7-8 месяцев, а потом поехал в Индию, и в Индии начал есть мясо. А я вообще без мяса не могу. Это абсолютно нормально. Это вопрос к тому, что у вас довольно странная была композиция. Шаурма человечная. Слушай, да, как это было написано? Слушай, в том-то вся фишка. Часть народу думает, что это песня антибеганская и анти такая, типа, блядь, вегетарианская. И наоборот, такая, типа, мы к стебем. А на полном народе, на полном серьезе, вторая половина народу думает, что это песня, где мы, наоборот, лебезим перед веганами. То все остальное, ну, заебись на самом деле. Вот в том-то все есть прикол нашего творчества. Вам самим делать выводы, что вам ближе, так или иначе. На самом деле, если навсегда последний. Конечно, конечно. Ребята, сейчас вот после этого небольшого вашего мини-турне, можно назвать, да? А какие дальнейшие планы? Возможно, будете в студии что-то делать, работать новое? Да, мы уже начали писать, и мы сейчас в полном прям объеме готовим новую пластинку. Она уже наполовину готова. Осталось только добить некоторые моменты с аранжировками, текстами и еще пару песен. Так что скоро вас ждет новый альбом. Классно. Ребята, а сами вот европейский рынок, там азиатский, возможно, азиатский? Я тебе скажу, как есть. Европейский рынок нас, с одной стороны, манит, но с другой стороны, это ну, без всякой ерунды, я скажу, это не наша тема. Если брать про азиатский рынок, конечно же, это наша тема. Мы 100% дико-восточная группа. Если рассматривать там Дальний Восток, я могу тебе сказать, можно взять все страны дико-восточные, и там, наверное, будет больше стран, где я не был, чем где... А где бы вот ты, например, лично хотел бы выступить? В какой стране? Слушай, Камбоджа, наверное. Камбоджа. Да? Довольно экзотический такой выбор. На самом деле, проще сказать, где бы не хотелось. Не хотелось. Все нормально, понимаешь, для нас нормальное явление, выступить на каком-нибудь полузакрытом фестивале в Корее, на огромном байкерском фесте в Китае, и после этого поехать в Японию на концерт Слипнота. После этого поехать в Сингапур на концерт One Ok Rock, и после этого оказаться полуслучайно в Гонконге, на концерте, там, предположим, Wild She Sleeps. Это наша тема. Это 100% наша хуйня. Ребята, а в обычной жизни кто вы? Либо вы себя как музыканты полностью от и до позиционируете?
Слушай, рассказывай себе. Естественно, помимо занятий музыкой, мы еще занимаемся другими делами. У Дениса свой бизнес, собственно, и связанный тоже с около музыкальной темой. Я работаю арт-директором крупнейшего в Хабаровском рок-клубе. Ну, то есть музыка это не полностью ваше? Не полностью. Нет, расскажу. С точки зрения именно финансовой, конечно же, нет. Но с точки зрения погруженности в это и влюбленности, то, конечно же, это первое. Наш барабанщик вообще держит свой, не знаю, барбершоп или... Барбер-салон, наверное, так. Классно. У Егора свой массажный салон. Свой массажный Она как-то салон. Не мешает личной жизни, работе? Наоборот, или вы совмещаете? Наоборот, помогает. Посмотри, вот у Егора прямо сейчас личная жизнь налаживается. Прямо сейчас. Его штаны спустили, смотри. Ой, блядь, а сколько их? Классно. Ребята, заключительное слово, чтобы пожелали вашим фанатам, вашим слушателям, людям, которые сегодня сюда пришли. Возможно, мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Ну, мамам, папам, бабушкам мы можем лично все сказать. Давайте скажем, наверное, нашим слушателям, особенно с Запада России. Ребятушки, мальчики и девочки, разбойники, приходите на концерты, не сидите дома. Поверьте, для нас вы сюда. Это своеобразные приключения, своеобразный ксенофос. Если... Я, мне кажется, ты уже все сказал. Я не знаю, что сказать. Короче, слушайте хорошую музыку, слушайте нас и приходите на концерты. Я поставлю жирную точку ближе к концу. Ребята, наши концерты в столицах стабильно проходят раз в год. И поэтому по-хорошему мы с вами должны встретиться через год. Но давайте договоримся. В этот раз мы к вам приедем в марте или в апреле 2022 года. Буквально давайте через полгода с вами встретимся. Приходите в Москву, приходите в Санкт-Петербург на наши концерты. Потому что, еще раз повторю, для нас к вам лететь сюда 8 тысяч километров пролетает вот так. Но это приключений, да. Эмоций или чего такого, это просто разрыв жопы. Сидение до скорых встреч. 8 часов. Это хуйня, поверь. Это хуйня. Сейчас везде есть мониторы, фильмы и так далее. В целом, да. С вами были Старкиллеры. Город Хабаровск, Дикий Восток здесь. До скорых встреч. Не забывайте подписываться и ставить лайки, ребята. Всем спасибо!